Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать, как снимать по маякам раствор правилом. Вот здесь стенку мы уже закидали. Мы закидывали машинкой, наносили раствор. В вашем случае, может быть, это ручная штукатурка. В принципе, разницы никакой не имеет. Вот здесь у нас, то есть, вот раз маяк, два маяк. Вот по этим маякам я сейчас покажу, всю стенку не буду показывать, потому что это будет долго. Вот, ну, в принципе, поехали. Берем правило, ставим на маяки и снимаем лишнее. Вот если есть лишнее, берем вот таким мастерком, снимаем и накидываем на места, где не хватает. Сильно на маяки нажимать не надо, потому что можно продавить и получится у вас яма. Тихонечко, вот так вот пальцами прижимаешь слегонца, и вот так можно правилом подмазывать места, где не хватает. Пройти здесь между проводами. Видео будет полезно для новичков. Кто хочет, может у себя в квартире заштукатурить какие-то стенки. У нас в бригаде вот это называется мастерок. В принципе, в магазинах он лежит, такой квадрат, гладилка. Там называется гладилка в магазине. Вот, и насколько хватает вам высоты рук. Вот так вот аккуратненько снимаем лишнее, естественно, подкидываем на те места, где не хватает. Еще раз повторюсь, аккуратно, сильно нажимать на правило не надо. Так, такими движениями. Выравнивается стенка по маякам. У нас тут есть провода. Вот так аккуратненько подмажем. Лишний раствор с правила убираем. И еще раз контрольный проведем. Здесь залезем между проводами, вот так сделаем. Вот, и в принципе низ у нас готов. Сейчас возьмем лесенку и доделаем вверх. Мастерок у меня всегда с собой, то есть вот так виснет. Правило я беру вот так вот пальцами, зажимаем. Стараться взять правило по маякам и руки чуть-чуть пошире. Здесь у нас лишний, мастерок всегда с собой. Мастерком вот так снимаешь. И лишний раствор перекидываешь на соседний пролет с маяками. Там уже увидите, что не хватает. Можно обратить внимание, что раствор с правила почти не падает на пол. У новичков, конечно, грязи под ногами очень много. Тело у нас в коробка. И вот этот лишний раствор перекидываем на соседние маяки. На правило много снимать не надо. Взяли чуть-чуть, перекинули. Взяли немножко, перекинули на соседние маяки. Вот так правило почистили. Ну вот, в принципе, и все.
Один пролет готов. Ну и так последующие тоже пролеты пошел. Здесь у нас не хватает. Здесь мы подкинем. В вашем случае может быть это ручная штукатурка. У нас она машинная. Накидываем машинкой. Раствор однородный, хороший. И вот так пошел. Такими движениями выравнивать. Конечно, следующая операция это будет подрезка стены. Вынимаем маяки, начинаем подрезать стенку. Ну, это уже, наверное, можно снять в другом ролике. Просто когда выровняли по маякам, оставили, оно подсохнет. Немножко, минут через 15, можно маяки снимать и уже начинать подрезку. Ну вот, в таком духе можно продолжать дальше. Где не хватает, естественно, мы подкинем со шланга, вот, и выровняем. Ну, в принципе, выровнять здесь, но вот этот пролет, ну сколько, ну, пускай 5 минут, 3-5 минут. И у нас получается 1, 2, 3, 4, 4 пролета. Ну, выравнивать стенку по маякам, в принципе, 15 минут. Кто может, для новичков, конечно, это будет, естественно, больше. Ну вот, в принципе, и все. Если кому-то понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Меня зовут Александр. Номер телефона будет в описании под видео. Или пишите в комментариях. То есть кому что непонятно, вот объясним, обсудим. Всем пока!